В МИАСе решается вопрос о возбуждении уголовного дела на владельца ружья. Мужчина незаконно хранил у себя дома оружие. Это кадры задержания. Полиция, ОМОН и войска Национальной гвардии ворвались в частный дом местного жителя. Внутри оперативники нашли ружье со сменными стволами 12 и 32 калибра, без номеров. Но это оказался не весь боевой арсенал. Несколько съемных стволов для стрельбы нарезными патронами, газовый пистолет без номера, а также боеприпасы различных калибров общим количеством более 1000 единиц. Если на мужчину заведут уголовное дело, ему может грозить реальный срок заключения.